Все мы знаем, как завершилась история многолетнего противостояния волшебной Британии темного мага лорда Волдеморта. Он пал в сражении с Гарри Поттером и другими защитниками Хогвартса. Но не так уж много людей знает, что в тот же день окончания этой войны, миру был явлен Повелитель Смерти. Знаменитый Гарри Поттер собрал у себя все три Дара Смерти, пусть и не желая этого. И когда все было кончено, истории о дарах пришел конец. Смертоносная бузинная палочка вернулась в могилу Альбуса Дамблдора. Воскрешающий камень был утерян в запретном лесу. Мантия же осталась у Гарри, служа ему верой и правдой. Но что если предположить, что на этом история не закончилась? Шрам не болел уже 19 лет, все было хорошо. Что если не так уж и хорошо? Что если над волшебным миром нависла новая опасность? Новый черный маг, способный потягаться со всей Британией и захватить власть в свои руки? Почему бы и нет? Гриндевальд, Волдеморт, а до них наверняка были и другие вроде Герпи по всему миру. И теперь у будущего претендента на звание нового Волдеморта есть отличное подспорье – история о дарах смерти. Волдеморт ее не знал, а если и знал, то не брал в расчет, считая глупостью недостойной своего внимания. Он не узнал воскрешающий камень, когда превращал его в крестраж, и по уверению Дамблдора, знаю, на нем все равно вернулся бы именно крестражем, так как они попросту удобнее. Но новый враг волшебников не совершит такой ошибки. Несложно догадаться, что всегда найдутся те, кто не усвоил урока. Даже такого разрушительного, как тирания лорда Волдеморта. Кому-то, возможно, это пришлось по вкусу. В конце концов, не до всех дотянулась его рука. Едва ли хоть кто-то был бы рад по-настоящему, если бы в его обыденную жизнь вошел подобный гость, как это случилось с Малфоями, которые ранее ратовали за явление Волдеморта. Во всяком случае, напоказ. Он им на деле мешал бы, и они это прекрасно понимали. У Малфоев были власть, достаток, влияние и чистая репутация, что важно. И все это вмиг разрушил лорд Волдеморт. Однако те, кто не прочувствовали это на себе, вполне могли бы грезить о лучшей жизни под пятой темного лорда. И после гибели Волдеморта они могли бы остаться при своем мнении. А возможно, у них были другие мотивы. Любопытство, которое всегда заводит слишком далеко, если дать ему волю. Личные обиды, боль утраты. Или иные раны на душе, не дающие покоя. Или же кто-то заигрался бы с черной магией, думая, что все держит под контролем, зашел бы слишком далеко. Что если из сотен тысяч магов один снова бы решился на повторение деяний Волдеморта? Под любым предлогом, благородным или разрушительным. Что ж, это вполне возможно. Однако, прежде чем гадать, кто мог бы быть этим магом, следует рассмотреть другой вопрос. Каким образом он или она смог бы им стать? И ответ вам уже известен. Я о нем ранее сказал. Это дары смерти. Да, это нам с вами известно, что все это фикция. Мы, смотрящие на мир сверху, знаем, что Повелитель Смерти – это лишь часть легенды о дарах, сказки, придуманной кем-то, чтобы облечь историю о трех могучих артефактах в красивую обертку. Сбор всех даров у себя не дает совершенно никакого могущества и уж тем более не делает тебя тем, кто повелевает смертью. Во всяком случае, в понимании большинства. Напомню, Альбус Дамблдор – один из немногих, кто понимал, что это такое. Но вот остальные, какова вероятность, что они действительно понимают это? Она на самом деле мала. Палочка остается палочкой, работающей не в полную силу, камень камнем, а мантия лишь качественной мантией. Вот и весь Повелитель Смерти. Это знаем мы, но у кого еще из живых есть такие знания? Ведь легенда о дарах смерти так и повисла в воздухе. Можно было бы сказать, что за долгие годы очень многие пытались разыскать дары и примерить на себя титул Повелителя Смерти. И действительно, дары были созданы в начале 13 века, и с тех пор прошло более 7 столетий, однако у тех искателей не было кое-чего. А именно точной информации. Да, иногда она появлялась и у них, как та же палочка обретала хозяина за хозяином, оставляя после себя множество трупов. Но сведения о камне мантии практически всегда отсутствовали. Однако же в 1998 году они появились. Финальный диалог между Гарри Поттером и темным лордом Волдемортом произвел фурор. И в тот момент существовало будто лишь двое людей. И вокруг больше никого нет. Однако их окружала огромная толпа защитников Хогвартса, и все они жадно ловили каждое слово дуэлянтов. Скорее всего, подавляющая часть присутствующих слабо понимала, о чем речь, но что если предположить, что кто-то все же понял? Допустим, все там были благородны, и никто бы никогда не решился на осознанный шаг во тьму, ведь они лично жертвовали своими жизнями и жизнями своих близких, сражаясь с этой тьмой.
Но что, если некий талантливый маг, женщина или мужчина, спустя какое-то время решит стать новым темным магом, грозой волшебного мира? С чего начать путь к восхождению? Книги по темной магии, волхвование всех призлейшей и прочие экземпляры теперь с подачи Гермиона Грейнджер надежно охраняют, и в Хогвартсе их не найти. Но неужели по всему миру не найдется копий? В Дурмстранге уделяется особое внимание темным искусствам. Вероятно, будущий темный лорд мог быть именно оттуда. Или же намеренно учиться там, а то и вовсе преподавать, как когда-то хотел делать и сам Волдеморт, дабы быть поближе к заветным знаниям. Как бы то ни было, вряд ли этот человек упустил бы такую притягательную возможность, как исследование пепелища Хогвартса. Условно пепелище, разумеется. Слухи, остатки знаний. И едва ли все защитники Хогвартса всю жизнь держали язык за зубами, не проронив ни слова об узинной палочке. Шаг первый. Найти информатора и допросить его. Раз речь о злом темном волшебнике, легилиментерство и убийство вполне идет в ход. И какие же знания мог извлечь потенциальный черный маг? Что истинный владелец бузинной палочки – Гарри Поттер. Это уже отличный результат. Откуда ему знать истинную подоплеку даров смерти? Он отталкивается лишь от общих знаний, он жаждет стать новым повелителем смерти. И если даже Гарри Поттер не в курсе, где остальные дары, или вовсе о них ничего не знает, палочка – это уже великолепная находка, самая желанная для многих искателей даров смерти. Однако нападать на знаменитого Гарри Поттера на такое очень трудно решиться. Все же он действительно сильный маг и давно уже не школьник. Вряд ли новый темный лорд появился бы так скоро. Нет, нужен другой подход. Примитивная, но осторожная слежка за Поттером легко покажет, что палочка, которой он пользуется, не подходит под описание бузинной. Спрашивать об этом самого Гарри бесполезно и опасно, это вызовет подозрение, но кто-то же должен знать. Возможно, преподаватели Хогвартса, но нет, это тоже опасно. Думаю, будущий темный лорд без труда догадается до того же, до чего догадался прошлый – исследовать Хогвартс. И там он найдет множество призраков и портретов. Эти творения уже познали на себе обман Волдеморта. Во всяком случае, некоторые, да. Но если знать природу призраков, что для темного мага не такая уж и невидаль, то получается интересный вывод. Призраки не способны обучаться в человеческом понимании. Они воспринимают новую информацию, да, но они не умеют правильно ее использовать, потому что для них существует единое правило. Каким умер, таким и остался. Навсегда. Умер добродушным. Переживи ты хоть десятки предательств, все равно пойдешь на поводу еще раз, и еще раз, и так далее. Портреты? С ними сложнее. Тем более многие из них связаны с портретом Дамблдора, уж тот достаточно бдителен, ограничен, но бдителен. Все же осторожными маленькими шагами можно урвать клочки информации. Ведь не один лишь портрет Дамблдора участвовал в том диалоге. Его немыми свидетелями стали десятки, если не сотни портретов, и бог знает сколько призраков. Кто-то да проговорится о том, что слышал. Например, горделивый Фейнас Найджелус, даже не придавая значения тому, насколько на самом деле ценны эти слова. «Я положу бузинную палочку туда, откуда она была взята. Пусть она останется там. Если я умру своей смертью, как Игнотус, то она лишится своей силы, правда? Ее предыдущий хозяин не потерпит поражения, и ее могуществу придет конец». Вот он, ответ. Не тяжело сопоставить это со словами Волдеморта о том, что он разорил могилу Дамблдора и именно оттуда забрал палочку. Последние слова вряд ли держались в тайне, ведь никто не придавал бы этому значения. Без дополнительных ключевых знаний эти слова – просто слова, не более, но вместе с информацией о том, где находится палочка сейчас. Конечно, по тем же словам, произнесенным во время дуэли, иным сведениям становится понятно, что даже найди он палочку, она не будет служить ему в полную силу, но… Во-первых, многие мастера волшебства, включая Альбуса Дамблдора, утверждали, что в руках умелого мага любая палочка будет работать как надо. А во-вторых, что до работы в полную силу, в данном случае нужен был лишь артефакт для набора, а не орудие. Кто согласился бы вновь вскрыть гробницу директора Хогвартса, да еще и смог бы пробить мощные защитные чары, которые наверняка теперь уже наложили на нее? Только мощный темный маг, которому плевать на предрассудки. Но это было бы лишь одним серьезным шагом. То, что было спрятано в Сниче, я выронил в лесу. Я не запомнил место и не собираюсь отправляться на поиски. Вы согласны со мной?
Это новая подсказка и весьма однозначная. Вряд ли шла речь о чем-то, кроме даров смерти, исходя из общего контекста происходящих диалогов, этого и в большом зале. Маловероятно, что в Снич стали бы прятать мантию-невидимку, использовать которую выгоднее, когда она наготове. Это уже не говоря о том, что уцелевшие пожиратели смерти, присутствовавшие в запретном лесу во время сдачи Гарри Поттера, также могли бы поддержать стремление нового темного лорда и выдать недостающие клочки информации. Очевидно, что в Сниче был воскрешающий камень. «Знает ли кто-нибудь, где ты его выронил?» – спросил когда-то Дамблдор. «Никто», – ответил Гарри, и Дамблдор удовлетворенно кивнул. «Думается мне, Гарри недооценил в силу все еще юношеской наивности людскую прыть». Конечно, возможно, ее оценил Дамблдор и приказал через другие портреты обыскать лес, но, скорее всего, все же он решил оставить все как есть, ибо излишняя активность в тех местах могла бы привлечь нежелательное внимание. Так уж прям никто, подумал бы новый темный лорд и без труда рассчитал бы маршрут Поттера до места нахождения Волдеморта со свитой. Едва ли мальчик, шедший из Хогвартса, стал бы обходить лес с тыла. Он же шел сдаваться, в этом нет никакого смысла. Да и дорогу он явно знал и не плутал там часами. И по факту известна довольно точная точка входа, маршрут и конечная точка. Да, это лишь маленький камешек в немаленьком лесном пространстве, где жизнь не застыла и даже ходят разумные кентавры, но... Возможно, серьезная доля усердия, темной магии, которая, возможно, чувствует родство темного артефакта воскрешающего камня, а также осторожность, дабы не привлечь внимание к поискам, и вот, воскрешающий камень в коллекции темного лорда. Гриндевальд, по словам Дамблдора, желал с помощью этого артефакта призвать армию инферналов. Видимо, тот имел какие-то основания полагать, что это возможно. Кто знает, может и правда возможно. Если предположить, что это реально, то Темный Лорд уже имеет серьезные преимущества в виде такой армии трупов или призраков. Армии, которая гораздо сильнее деморализует любых защитников, нежели живые черные маги. А еще на его стороне фактор неожиданности, ведь логичнее всего искать первым именно камень. Это привлекает наименьшее внимание, максимум беспокойства со стороны кентавров, которые не сильно-то дружны с обитателями Хогвартса, коль на то пошло. За камнем уже должна была идти палочка, и без сомнения уже этот случай поставил бы на уши, если не все британское сообщество, то минимум Хогвартса и мракоборцев. И вряд ли бы сам Гарри с компанией не догадался, к чему все идет. С этих пор он носил бы мантию при себе, и Темный Лорд понимал бы это, ведь информация о даре Игнотуса также однозначна. Разыскивая дары смерти, Темный маг наверняка удосужился бы разузнать о трех братьях Певерилл, кому и что принадлежало. И получается, что финальный шаг – открытая атака на Гарри Поттера. Нападение дома или же во время перемещения. Первое более вероятно, ведь тогда шансы найти мантию увеличиваются. Можно сказать, что это обреченная на провал авантюра, но не стоит забывать, что в руках у черного мага воскрешающий камень и, возможно, армия духов или инферналов, и кто знает, может быть, даже новых последователей. И, конечно же, мастерство. Абы кто не смог бы зайти так далеко. Стоит лишь разоружить, даже не убить Гарри Поттера, о чем также известно из откровений в Большом Зале, как и бузинная палочка станет служить новому хозяину. И уже даже не имеет значения, смог бы этот потенциальный темный лорд и повелитель смерти завладеть еще и мантией или пал бы в том сражении. Тех разрушений и волнений, что он принес бы волшебной Британии, уже было бы достаточно для того, чтобы накинуть на нее пелену паники и страха. И все, что здесь было описано, лишь гипотетическое развитие событий, не берущее во внимание многие другие факторы, например, возможную кровожадность нового темного повелителя или же его свиты, которая бы до поры отвлекала внимание на себя, как это было с пожирателями смерти. А что до успеха последней авантюры? Не стоит думать, что это невозможно. Даже во всеоружии и в окружении друзей Поттер не неуязвим. Особенно если удар нанесет тот, от кого ты его точно не ждешь. У меня есть несколько таких догадок. Несколько кандидатов на роль нового темного лорда или же темной леди, но пока что эти догадки останутся здесь, в архивах Междумирья.